приглашаем лауреата премии «Золотой мангуст» 2019 Сергея Чередниченко. Главный тренер сборной команды Украины по грэпплингу. Воспитал 3 чемпионов мира по грэпплингу. Более 15 чемпионов мира по паркетиону. Среди них 6 заслуженных мастеров спорта и мастеров спорта международного класса целых 12. Ну и плеяда мастеров спорта Украины по грэпплингу и паркетиону, которых просто не пересчитать. Еще раз аплодисменты. Сергей Чередниченко. Сергей, как хотите, слова после фотографии, в любом порядке. Коллеги, мне распирает меня от гордости находиться на этой сцене вместе с такими почетными гостями, спортивной элитой не только Украины, но и других стран. Хочу поблагодарить организаторов этого мероприятия, также поблагодарить тех людей, которые создали мне условия для того, чтобы я мог получить эту награду. Это Махдия Магомед, президент Федерации грэпплинга Украины, также Александр Мандрик, президент Федерации панкратиона Украины. Вам всем хочу пожелать новых открытий, новых наград и всего самого хорошего. Спасибо огромное. Фото на память. О, вот видно.